Что вы здесь делаете? Ну, я тут за жизнь борюсь. А вы? Я просто удивлен, что... Я этого не знал, и мне наплевать на страховку! Скажите этому кретину доктору, что я хочу знать все об этой блемициновой клизме, которую он хочет мне поставить. Говорят, она легкие сжирает, а мне выступать в Конгрессе через месяц. Я не хочу делать это через огромную дырку в глотке. Вообще-то это не совсем так. Кто ты такой? Где Томас? Я... Том! Я перед вами, сэр. Привет, Том. Мы вас переложим в постель, хорошо? Не надо, я сам могу. Я еще не откинулся. А теперь, сэр? Я давно тебя не увольнял. Когда были в гостях у Опры. Это было весело. Не то слово. Это еще кто? А ты-то кто? Кто я такой? О, боже, я что, в морге, что ли? Так я впервые увидел Эдварда Коула. Многообещающее было начало, это уж точно. Такое, господи! Ненавижу эти трубки! Почему я 3 недели с этим парнем должен здесь лежать? Он просто вылитый зомби уже. По-моему, он наполовину труп. Вам нельзя в отдельную палату. Это может навредить нашей пиар-компании. Да мне вообще-то насрать на ваш пиар. Дай мне отдельную палату. Это моя больница, черт возьми! Я должен получить отдельную палату. Ничего личного, не обижайся. Вы ведь публично защищали эту политику на каждом выступлении. Это больница, а не салон спа. 2 койки на палату, никаких исключений. Я ведь никогда раньше не болел. Так, через минуту доктор Элдридж вами займется, хорошо? Займется мной. Какой ужас. Томас, не дай мне проснуться парализованным. Я постараюсь. Это правда твоя больница? Да, правда. Здесь совершенно ужасный гороховый суп. Ко дню операции рак настолько распространился по телу Эдварда, что врачи давали лишь 5% шансов, что он выживет. Только они не предусмотрели того, как сильно его разозлили –